Ульяновская организация «Общество слепых» создана в 1943 году. Изначально она состояла из нескольких первичных организаций и небольших производственных мастерских. Сегодня в ней числится 3200 человек. 75-летие общества отметили с размахом. В Доме культуры Всероссийского общества слепых организовали большой концерт с приглашением первых лиц города и области. На предприятии вот, «Общество слепых» работаю с 1974 года. И с этого же времени вот, посещаю этот Дом культуры, он раньше назывался, теперь он КСРЦ называется, ну, новое имение. У нас здесь есть драматический коллектив, ведет Михаил Николаевич Петров, артист театра драмы Ульяновского. Член Ульяновской организации славится своей общественной деятельностью. Благодаря их активной позиции в регионе было выделено средство из областного бюджета на приобретение средств реабилитации. Например, в прошлом году было направлено 830 тысяч рублей. В этом году размер субсидий достиг 1,5 миллиона рублей. В нашем районе 72 инвалида по зрению. Мы проводим ежемесячно, даже в месяц бывает по несколько мероприятий, посвященных знаменательным датам, знаменитым людям. Мы совершаем паломнические поездки. Мы где только уже не были. Мы Чувашию все проехали, мы Мордовию, Саранск все проехали, мы Нижний Новгород проехали, мы Дивеевы были. В прошлые годы были в Татарстане, были в Казанском Кремле, были в Свияжске. А уж в нашей области, мне кажется, нет такой точки, чтобы мы где-то не побывали. Общество слепых поздравил председатель правительства Александр Смекалин. Он отметил, что Ульяновское отделение тесно сотрудничает с органами государственной власти по разработке соцпроектов. В том числе в ульяновских школах созданы условия для занятий детей с нарушениями зрения. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».